Доброго времени суток, дорогие друзья! Перед вами автор HSP Волсойс. Я, человек, который озвучивал Эрра, Сон Джин Ву, Папайруса и много кого другого. Нас не было 3 года, ну, из-за того, что там у меня были проблемы до армии, армия, после армии, там, свадьба, не свадьба, всякие приколы, творческие кризисы и... Несмотря на все это, я вернулся. И это самое главное, и мне очень приятно, что вы меня помните, что мы снова что-то делаем. Это офигенно. Столько всяких комментариев по типу «Воу, ты мое детство сделал, брат, спасибо тебе!» Муа. Я сделаю еще не одно детство, еще подростковый возраст и юношество. Просто «Муа». Хочу пожелать в новом году всем успехов, там, денег побольше, всяких этих достижений. Ну, себе, конечно, 1100 хотя бы. А то я тут заметил, что вся старая компашка озвучек слилась и осталось, получается, вот 3 человек, если считая меня. Это я, Ингдаб Channel и Чай. Вот, озвучку они делают классную. Муа. Так что... Буду очень стараться дальше продвигаться, идти выше, и чтобы потом мы наконец-то сделали фанатскую встречу. Столько людей, охренеть. Вот, всех очень люблю и с Новым годом. Ой-ой-ой, простите, пожалуйста, от себя тяну сказал, а поздравления не всем сказал. Огромное спасибо команде озвучки, Арсению, Вилке, Цаке Таке... И другим людям, вот. И, ну, тут некоторые люди еще в проекте появились, просто пока ждем момент, когда можно их в озвучку вписать. Только с вами и только с вами можно достичь того, чего я хочу. Но я не буду об этом говорить, потому что, типа, расскажешь и не сбудется. Но только с вами все получится. И вот мое огромное-огромное спасибо. Надеюсь, весь следующий год мы будем добиваться успехов, и наконец-то вам деньги будут капать. Все. Привет, дорогие подписчики HSP Voice Soul. Это темная лошадка, и я хочу поделиться с вами кусочком своей истории. Озвучивание для меня это не просто искусство. Это способ погружения в миры и персонажей, которые могут существовать только в наших воображениях. Когда я впервые присоединился к команде HSP Voice Soul, я не мог представить, насколько это будет захватывающим опытом. Когда я озвучиваю, я стараюсь не просто передать слова, но и создать атмосферу, которая погружает вас в уникальные миры и истории. Ваши комментарии и отклики – это для меня настоящее вдохновение. Знать, что мой голос может создать эмоции и вызвать у вас улыбку, делает это приключение еще более значимым. Дорогие наши подписчики, слушатели магии голоса, с наступающим Новым годом вас, друзья! Поздравляю в этот час звездный. Пусть в году грядущем ваши дни будут ярче, чем звезды ночные, а наши аудиопутеводители согревают вас, как светильники домашние. Темная лошадка в этот волшебный период пусть олицетворяет вас неиссякаемый поток творчества, страсти и таланта. С благодарностью за ваши лайки и комментарии. С наступающим вас, друзья, 2024 годом, полным свершений и вдохновения. С любовью от всей команды HSP Voice Soul. А я с вами не прощаюсь, ведь мы еще увидимся. Всем коничуа, за микрофоном Вилка. Вы меня здесь раньше не слышали, так как работаю за кулисами. Я Кальмир, и моими обязанностями является обрабатывать комиксы для монтажа. Особенно за ночь делать это и слушать поддержку босса. Еще начала помогать создавать превьюшки для канала. Поскольку на носу праздники, от всей души хочу поздравить каждого члена команды HSP Voice Soul, подписчиков этого замечательного канала, а также случайно пришедших на это видео с наступающим или наступившим Новым годом. Пусть он будет ярче, яснее, теплее отзываться в ваших сердцах, вспоминая этот год в будущем. Желаю, чтобы руки не опускались, находилось время на любимые дела и занятия, чтобы близкие и родные были рядом, а вдохновение чаще приходило бы в гости. С Новым годом, с новым счастьем и мандаринов побольше под елкой.